И раз! Все, развоплотили монстра. Категорически приветствую, с вами Дмитрий, канал Уфоплей. И сегодня мы продолжаем Lost in Play. В прошлом видео мы убегали от монстра, в которого превратилась наша сестра. И сейчас мы продолжим это делать. А вы подписывайтесь на канал и досматривайте данное видео до конца. Так, здесь нужно бегать. А, еще я подключил мышку. Ну, то есть там был выбор управления при загрузке. Я все-таки выбрал мышь, потому что на клавиатуре как-то, ну, неудобно. Так, надо убегать. Угу, он тоже двигается на одну клетку. Ясненько. Угу. Она нас потеряла. Когда она нас видит, она на нас агрится. В принципе, понятно. Итого у нас 4 уровня будет. Вернее, 5. Один из них мы уже прошли. Так. Ну, здесь, естественно, как можно дальше становимся. Угу. А, она до конца бежит. Хорошо. Понятно. Опа. Второе убежали. А здесь чего? Будешь бежать? А по красным она нас может нагнать. Угу. Вот сейчас я сюда забегу, и она меня достанет. Так что я туда бежать не буду. Оп, схватила. Ладно. Значит, бежим так. Так, а теперь наверх. Отлично. А по красным линиям мы, значит, не бегаем. Тоже одно полезное наблюдение. Да что ты будешь делать? Чего ты меня так, а? Беги за мной. Неужели мне обратно вернуться надо? Угу. Сейчас мы ее загрим сюда и побежим сами наверх. Хорошо. Оп, а теперь полностью наверх. И убегаем, убегаем, убегаем. Это что такое? Мне еще эту фигурку забрать надо. И как мне это сделать? Так, он меня стапает. Угу. А я сейчас его сюда отодвину, вниз. Точно. Я же могу так сделать. А я и забыл. А теперь он меня видеть не будет, пока я вот здесь вот не пройду. И как раз фигурку возьму. Отлично. Ай! А ты чё меня так? Ладно. Не отлично. План Б. Значит, ее надо обратно отвлечь как-нибудь. Может так? И пока она идет ко мне, я спокойненько все здесь сделаю.
Если подумать, то все просто. Еще бы думать научиться. Ты иди ко мне полностью. Так я к тебе в лапищи и пошел. Ну да, пошел. Охохонюшки хо-хо. Ну и здесь тоже все понятно, ее надо на низ отвлечь. Вот сюда. И сейчас мы спокойненько пройдем. Опа, все, головоломка решена. Что дальше? Какая-то дверка. И лапищи. Лягуха. Так, освободим лягуху. Сейчас развяжем. Извини, не та ниточка. Все, не благодарите, король. Я рад, что тебе понравилось. Ниточку брать можно? Он беременен. Был. Треугольничек, потом стрелочки на кружочек, потом солнышко, плюсик и буква С. Где-то я видел такие символы. Дверка, точно. Треугольничек. Треугольничек, стрелка на кружочек, потом солнышко, крестик и буква С. Правильно? Правильно. Хорошо, у меня есть камушек. Камушек мы вставляем сюда. Чё ты чешешь голову, инвентарь открывай. Пинчикряка. Не, ну... А, еще зажимать надо, чтобы перетащить. Ничего себе. Ой. А это что? Ну я здесь. Змейка. Если подумать, что это направление вот этих вот точечек, то у нас 3 налево, 4 направо. Ой, наоборот, 3 направо, 4 налево, 2 направо. Попробуем? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Все, загорелось. Хорошо. Круг какой-то. А что, если мы в круг себя поставим? Правильно? Правильно. Ух ты! Голограмма. Тыц. Точно голограмма. Не похож, да? Для монстра покатит. Стоп. А веревку я куда дену? Я же ее еще не применил. Что, что-то не так, да? Ясно, значит, веревку надо на лапки положить, чтобы схватить этого монстряку. Потолим крутикарупа. Да, спасибо, я уже понял. Вашу крутикарупу. Ну, сестренка, держись.
Прятайся! Прятайся скорее! Вот так. Опа! Что, попалась, да? И раз! Все, развоплотили монстра. Еще одна превьюшка нарисовалась. Какая же веселая тут анимация. Путь домой? Ё-моё, как такое посреди города возможно? Это ненормально, уточка. Дашь уточку? Пиццу хочешь? А ты чё хочешь? Четыре уточки, а не за много. Лицо у тебя не треснет от четырех уточек. Все, батон наш. И рыба тоже. Батон что, рыбки испугался? Ничего себе. А бабка что нам скажет? В ухе ковыряющаяся. Угу. Белочка. Нет, вор. Хочет спереть сумочку. А белка? Ничего себе бабка сказала. Так, белка, топор, потом голуби. Ясно, вор, значит, первым. Потом бабка на конике. Ну да, потом белка, топор и голубь. Угу. А что у нас есть что? Значит, звездочка, ромбик, сердечко, кружочек, крестик. Звездочка, ромбик, сердечко, кружочек, крестик. Открывайся. Давай мне мою уточку. Первая есть. Монетка, вижу монетку. Что вы голуби такие агрессивные? Не агрессируйте на меня. У меня для вас батон есть. Потому что применить его больше некуда. Вот, держите. Кушать подано. Что, я ж применил. Угу. Да-да-да-да-да. Ну что, теперь все в порядке? О, голубь в волосах. Теперь я могу взять монетку. Пригодится, деньги всегда пригодятся. А здесь еще что? Угу. Какая-то пицца была. 1, 2, 4, 4, 3, 5. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Ага, еще на четвертинке она разбита. Значит, без ничего, грибы, помидоры и зелень какая-то. Так, 1, 2, 4, 4, 3, 5. Ой. И как мне выйти отсюда?
А, вот. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Ой, они все бегают. Так бегите за ними, и все будет хорошо. Рано или поздно они вас к дому приведут. Телефон. Нужна девушка, денежка. Так. Денежка у меня есть. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Помню. 1, 2, 4, 4, 3, 5. Алло? А вот зачем нам нужны были вот эти вот остатки в пицце. Первое у нас было грибочки. Второе были помидорки. А третье зеленушка. Четвертое была пустая. Угу. Надеюсь, я ту пиццу заказал. Классный у них дресс-код на доставке. Вообще огонь. У меня есть пицца. А значит, будет вторая уточка. На тебе пиццу. Ой, не туда положил. Вот, кушай. Блин, я даже не знаю, как удобнее. На кнопках или... мышкой все указывать. Все неоднозначно. Опа. Вся вторая уточка у нас в кармане. В прямом смысле этого слова. Что здесь еще есть? Лягушечки есть. И как мне вас расположить? Выше, ниже? Стоп. Зеленая крыша, зеленая шапочка. Синяя, синяя. Оранжевая тут кусочек. А вот красная. Слушайте, так это подсказки. Зеленая самая высокая будет. Угу. Три. Так. Синяя самая низкая. Дальше между ними красная. Потом... желтая самая высокая. И ты средняя. Угу. Хм, прикольно они придумали. С крышами домов. Отдай мне мою уточку. Она моя. И ничья больше. А где четвертую искать? С чем я еще не взаимодействовал? Признавайтесь. Здесь ничего нового. Это ну, 4 уточки нужно. И здесь ни с чем не взаимодействуем больше. Тут тоже я все осмотрел. А здесь чего? Остается только эта локация. Телефон я звонил, дома сделал. Блин, когда на клавиатуре играл, появлялись подсказки, типа буква нажатия в кружочке. Надо будет все-таки снова клаву поставить. А, вот. А то эти указательные пальчики, в которые стрелочка превращается, когда с чем-то взаимодействует. Блин, невидимые почти. Ну что, вкусно пахнет? Поглифуса. Поглифуса. Как поглипуса. А ты не нюхай, просто копайся в ней. Поглипуса. И что мне теперь делать? Бабка, помоги поглипусу решить. Не поможешь, ясно. Голуби? Ай. Стоп, мусорка появилась. С ногами. И двигается. Тьфу ты! Эти феи меня уже... достали? Кто ж придумал в детской игре вот таких вот... М-да. Неожиданно. Приятного аппетита, птичка, чего сказать? У меня появилась прищепка. И ей я, скорее всего, смогу в мусорку слазить, потому что это у меня единственный активный предмет. Она что, нос заткнет?
Наверное, да. А просто задержать дыхание никак. Блин, ты бы ее хотя бы почистила вначале, перед тем, как в карман совать. Эту уточку, она же грязная, с нее там стекало. Фу. Так, 4 уточки есть. Держи своих уток. Ты ж хотел. Еще одна головоломка. Ничего себе. Ага, 25 энергии тратится. И мне еще их надо всех довести обратно. Вперед. Если он 2 сейчас потратит, ему не хватит на обратную дорогу. Вперед. Вперед. Передаем тебе. У тебя получается 2 хода. И теперь мне ни на что не хватит. Угу. Не хватит. Переигрываем. Я, кажется, понял, что здесь нужно. Нужно этим двоим по 25-очке еще накинуть. И теперь туда ехать. Вот как я и спланировал изначально. Ты сюда. Теперь ты берешь и возвращаешься. Получаешь отсюда 25. Мы оба идем дальше. И по нолям. Хм. Не так. И как же тут быть? Неужели я на этой головоломке залипну? Так, 1, 2, 3. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Ну, почти. Угу. Так, еще одна попытка. Соточка, ага. Перевозвращаемся на 2 клетки. Передаем полтишок. Опять возвращаемся. Теперь передаем по полтишку, и все у нас финишируют. Фух, догадался. Блин, головоломки все сложнее и сложнее становятся. Я вам скажу. Блин, пришлось подумать. Я не люблю думать. Чего ты материшься на нас? Цап, и улетели. Она нам еще рукой макает. Они, вернее. Летим. Угу. И что делаем? Не дотягиваемся ни до чего. Единственное, что выделяется, это вот эта вот штука, кольцо. И вот это вот перышко странное.
Перышко у нас есть. Перышком мы кольцо не дернем, но можем пощекотать голые пятки. А, тут еще надо удерживать в определенном диапазоне щекотку. А теперь дергаем за кольцо. Ха-ха, на тебе. Что, удивился, да? Парашютист. И не ругайся на меня. Уи! Классная озвучка. Интересно, как это в реальности выглядит. Но если учесть, что это их мир фантазии, типа игры, на чем они так уехали в реале? Бам, а они не расшиблись одно лодки? Вы там живые, а? Дети? Живые. Хорошо. Походу, эта девочка часто головой бьется о твердые предметы. Парти-туки. Ну что ж, она... Ой! Ай-яй-яй, акула! Ну, очередной фей. Кальмика! Кальмике! Панагри тахойлекун! Аксиола бухея! Уримагам алойонното хой! Хала леора! Хозе кезезута на! Он дал нам карту. Круто. Чакапуна. Чакалума. Чакалума. Проктихуй. Шуци арунгилани. Кучилейки. Хойлекун. Нифига себе тут квест предстоит. Ну что ж, а на Чакалуме мы, пожалуй, завершим данное видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, критикуйте, предлагайте, нажимайте на колокольчик, подключайте уведомления. Всем пока.